Начинается у нас новая экспедиция. С нами новый комрад Серега. И он первый его заход в море, и он одел гидрик. Семерку. Вот он перед нами идет. Он геройский на самом деле. Еще никто из комрадов в гидрике в воду не заходил, даже я. Ну ладно, будем надеяться, если что, мы его спасем. Ладно, начинаем. Так, Сереге мастер-класс показываем. Поймали ему сигнал. Наверное, подбросил что-то. Не бросал ничего. Сейчас посмотрим, что найдет. Выкопал? Что там пищит? Пищит, давай. Смотри, находишь край. Момент, когда начинает у тебя сигнал появляться. Вот тут или вот тут? По этому краю, вот по этому. Это? Да. А зараза, ну подожди. Где у тебя начинает он появляться? В каком месте? Вот как раз в ямке. Ну вот останови то место, где он начинает появляться. Ну вот и примерно по этому. Так, ну давай. Посмотрим. Сереге первый выход с детектором практически. Все есть. Все есть? 6, 6. Хорошо, что тут не замерзшу хоть. Не, ну в воде-то не будет. Ну, да. Вот даже. Ну как? 15, 25. Ну-ка дай я посмотрю, где он тут сейчас. Давай ты, куда копать? Пищит? Он вот здесь получается, вот в этом месте. Вот тут, нет, вот раньше возьми. Раньше возьми еще. Раньше? Вот тут, да. Давай. И копай в глубину. На себя. Вот, приподнимай его. Да. Пропало? Да. Вот теперь берешь его этой в яме, промываешь его. Одной рукой все это делаешь. Вот в этой же яме, которую ты выкопал. Давай. А как промывать? Смотри, ну бери где-нибудь пониже, да? Вот так. Ну да, вот такой. Потом выбери для себя положение, какое тебе будет удобно. Давай, промывай. Ну вот у тебя твоя первая находка. Где? Ну вон она лежит. А, это фольга? Да. Прикольно. Вот. Так что можешь забирать себе ее. Спасибо. Я сказал, что тебе. Я это самое. Первая находка должна быть. Это ее должен на полку повесить. Еще что-то пищит. Это мой скуп пищит. Вот в том месте, где он начался, да. Это он будет там находиться. Вот это да. Привет. Неожиданно так волчонок появился. Итак, друзья, первый нас монетой. Какая-то странненькая она. Сейчас будем смотреть, что это такое. А, это 20 сантим, Латвия, вторая. Такая покоцанная, вся поюзанная. Ну ладно, берем. Так, друзья, пошли, поймал уже ямку, только что эти 20 сантим было. Наверное, вам слышно еще будет. Сигнал 83. Поехали. Доставать хабар. Нам нужно больше золота. Правда, Серега? Ты не замерз еще? Ну не, я вот как захожу, мне свежие водички подливают. Ага. Я тебе хочу сказать, скоро весна, потеплеет вода, будет нормально, в семерке уже. Ощущение такое, как я летом, когда я забегаю сюда же. Ага. Так, а мы пока достаем сигнал. Так, я достал. Похоже. Ну что, погнали, промываем. Услышим и звон. Есть, еще одна. Сейчас посмотрим. А, это уже, да, пошла. Хороший нашли слой. 10 сантим. Вторая Латвия. Неплохо. Берем, ищем дальше. Итак, прошло буквально 30 секунд, и еще один сигнал у нас. Семьдесят шесть, 75.
Так, погнали. Ну вот, уже поинтереснее. Нашлась ямка недалеко от берега. Так, промываем, промываем. О, колечко есть. Есть колечко. Ха-ха. Кольцо. Нифига себе, как поперло. Ну, похоже, какое-то красненькое. Бежуха, похоже. Так, отлично. С камешками, с каменьями. Так, сейчас. Прикольно. Ну ладно, берем, ходим дальше. И очередная промывочка. Я с этого места не схожу, сигнал за сигналом. И еще монета черная. Что это? То же самое, 20 сантим. Я уже, получается, выкопал 50 сантим латвийских. Отлично. Берем и продолжаем. Короче, не сходим с места практически, она за другой монеты. Что вот это? О, 50. Отлично, 50 рублей, Россия старая. 92-й год. Вот это да. Я думаю... Или нет? 50 рублей, по-моему. А, нет, или... 50... Блин, 50 центов. Думал, рублей. Это 50 центов Литва старый, во. Хорошее место. Перепутал. Так, друзья, можете сами послушать. Здесь вообще каждый шаг сигнал. Какой-то 70 сигнал. У меня такое ощущение, что он какой-то сдвоенный. Но сейчас мы проверим, что это будет. Сейчас змеечкой похожу. Здесь далеко глубоко ходить не надо, по колено. Ямка хорошая, старенькая. Может, что зацепим. Так, ну я сейчас не поймал. Семьдесят два. Ну так вообще двухлатовики звенят. Сейчас посмотрим. Так. Семьдесят четыре. Достать пока еще не могу. Но мы близки к цели. Блин, такая собачонка прикольная прибежала. Неожиданно из ниоткуда появилась. Я был поражен. Так, что-то там подцепляем. Что-то хрустит. Так. Вроде взяли. Эх, Семен Семенович. Это не то, на что мы надеялись. Пробка. Пробка. Ну, тоже спутница. Хабара. Ладно, берем. Идем дальше. Сигнальчик 40 с чем-то был. И вот смотрите, маленькая-маленькая монеточка. Что это такое? Так. О. Ух ты. 10 копеек дореформенные. Ничего себе. Вот это, да? Какие годы, непонятно. По-моему, десятка, да. 10 копеек до реформы. Ну, потом я на телефоне все на выходе покажу. Да, квадратные буквы СССР. Сбоку, может, видно, наверное, засвечивать немножко. О. Ну, ладно, прикольно. Берем. Так, в Скубе у нас еще одна монета, сигнал 59. Я думаю, тоже какие-то будут советики, скорее всего. Ну да, советики. О, тоже дореформенные. Квадратные буквы СССР. 20 копеек. Офигеть. 46-го года. Обалдеть.
Вот это номер. Вот это вперед, да, похоже на то. Ну вот, ну Серегу прицелили уже на монету. Я уже скуп ему прицелил. Ну, первый раз человек. Не судите строго. Ну, все равно. Он остал. Не, ну не, значит, не захватил. Подожди, стой, не захватил, значит. Ну. Нет? Остался, еще остался. Где? Давай еще копай. Почему она там тебя? Вот, давай ногу. Вот сюда, где моя нога, вставляй скуп. Или он у меня с жопы. Ну, блин, и не сразу. Вот так вот затапывай. Затаптывай его. Поднимай. Смотри, смотри, как из воды удобнее поднимать его. Ну, да? Берешь, ногой его чуть поддеваешь, ногой. И руку перехватываешь ближе. И тогда ты уже можешь промывать. Ну, держи, ну, промывай. Давай там махну, есть или ты? Ну. Все, нет, а? Все, еще есть. Ну вот я говорю, я там уже даже 5 лопат, там 6, наверное. Давай сейчас тебе выкопаем. Да он, не, он просто сейчас сразу не зацепили. Ну да, он может. Его наверх выдернуло. Ну, наоборот, затопил его. Я обычно несколько раз его. Хочешь еще глубже сразу? Ну, сразу несколько раз взять, чтобы его выкинуть на поверхность. Сигнал. Сейчас посмотрим, вытащили его? Нет, сидит еще. Ну, я говорю, там что-то полено какое-то железное. Ну. Там все? Не, он где-то сейчас близко уже. О, блин, ни хрена себе. Сейчас, не волнуйся. Сейчас мы его достанем, твой сигнал. Ну, а чтобы там мина не было. Да не ссы, блин. Здесь мин нету, если они есть, они деактивированные. Все мины X-Fine тоже достал. Подержи. Мне кажется, это был большой кусок железа. Промывай. Сейчас, промывай. Нету? Ну, тут нету. А нет, есть. Ё-моё, какая-то мелочь там. Вот, кто монета, это? Твоя первая монета. Ну да, кто это? Ну давай посмотрим. Оно так пищало? Да. Да. И кто это? Сейчас монету посмотрим. Сейчас посмотрим. Ты сейчас вытащи вот это твое. О, 10 центов Литва. Поздравляю, которые вышли с употребления уже. А куда мне ее положить? Перчатку. Сейчас я покажу, куда ложить. Смотри, когда ничего нету. Ну, в перчатку, да. Вот сюда. Берешь под манжет перчатки. Ну, да. А так, да его, видишь, у меня сумка. Блин. Видишь, под сумок? Тебе забери пока что. Ну, ложись ее в перчатку. Вот, твоя первая находка. Тогда. Сам нашел ее. И вот блин. Он так сигнал такой сильный жрет, да? Настя, ну, конечно, все засунь себе в перчатку. Вот так вот все это работает. Так, давайте промокнем еще один сигнальчик. Я с ним поборолся. 84, 87. Вот и есть монета. Снова монета. И снова латвийские сантимы. 20. 20, 20. Хорошо. Да, вот этот слой как раз вот 90-х годов. Так, еще сигнальчик у нас. Семьдесят три. Давайте копать. Давайте копать, проверять. О, один за другим опять нарвался. Вроде было немножко пустоты, теперь снова ямка. Снова сигналы пошли. О. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Сигнал, отлично. Не могу достать пока его с первого раза. Мы надеемся на лучшее. Вроде взяли. О, монета, вижу. Прилипла. О, что-то большое. Что-то большое. А, 2 евро. Во, хорошо. 2 евро, слышь? 2 евро? Да. Немецкие. С орлом. А? 2 евро с орлом. С орлом? Ну, немцы, немецкие 2 евро. Так, отлично, берем. Итак, хочу представить к вам еще один сигнал.
Опа, у меня отстегнулась камера. Это могло быть очень печально. Хотя она водонепроницаемая, сильно бы печали не было. Так, где-то был сигнальчик только что. 74. Так, давайте копанем. Вроде взял. Ну что, промываем? О! О! Еще одна большая монета. О, это что такое? А, это... Это два лата. Корова. Зеленая. Зеленая. Тут у тебя зеленых много. Да, корова. Были сомнения, что какая-то иностранщина. Так, не, не четко виден герб. Есть. Продолжаем. Сейчас, друзья, вам покажу. Хорошо звенело. Капот автомобиля, похоже, Волга. Серега больше в автомобилях разбирается, сейчас нам скажет, что за модель была. Ладно, идем дальше. Вот, выкопал. Интересно что-то. Что это? Это очень похоже на знак техосмотра был на машине. Наклейка на техосмотр. Это где-то, где-то машина должна быть. Да, прикольно. Это такого еще давно не было. Наклейку на техосмотр я еще не находил. Сейчас такой сигнальчик тут словился. Охренеть просто сейчас. .59-60. Где-то здесь и похоже еще на поверхности. Давайте посмотрим. Может, что-нибудь интересное. Это же золотой, ну и пробочный. Думаю, пробка, скорее всего, будет. Ну, даже круче, фольга. Ну, что-то здесь какой-то мусор в этой части пошел. Чуть дальше уже отошел. И пошли какие-то мусорные сигналы. Но звучат хорошо. Ладно, продолжаем. Итак, друзья, достал еще одну монетку. Но очень интересно, что... Она глубокая была, выкидывал грунт. Монета у меня в скубище. Поставил катушку прямо на сигнал 44. Потом в грунте еще что-то я выкинул. Что-то я выкинул. Совет, похоже. Совет 5 копеек, да. Совет 5 копеечный. Ага. Бит убит. Ну, сейчас там еще будет, скорее всего, монета. 44 это какой-нибудь 10, 20, 15 копеек. Сейчас будут еще. Монет полно, на самом деле. Складываем, уже пол кошелька надергал. Так. Ну что, давайте докопаем сейчас второй сигнал. Что ж, я там еще выкопал 44. Вместе с грунтом поднял еще какой-то сигнал. Так. Сейчас мы это все узнаем. Ночной зимний коп. Нет ничего невозможного. Вроде достал. А вон еще монетки, да? В принципе, так и есть. Здесь копеек, скорее всего, советик будет, судя по размерчику. Да, совершенно верно. Но это уже после 61 года. Какой-то 80, какой? 91 даже, по-моему. 81. Ну вот, советики пошли. Берем. Жесть, я не знаю, что там лежит, но сигнал прям в уши бьет, где-то на поверхности. .85, .82. Что-то прямо наверху, но очень громко бьет, почему-то отбивает.
скорее всего, на поверхности, потому что что-то лежит. Посмотрим, взяли, не взяли. Взяли, похоже, но там еще что-то есть. А, ну конечно. Теперь понятна причина, почему било так сильно по ушам. Ладно, продолжаем. Так, ну сейчас будем доставать еще один сигнал. Откинул я уже грунт, очень глубоко купал. Очень глубокий сигнал был, 73. Где-то вот здесь. Сейчас мы с вами его достанем. Скорее всего, я думаю, будет совет. 73. Что это еще может быть? Достал? Нет. Шлейф напустил. Так хорошо фонит сигнал. Такой звук у него громадный. Что ж это будет? Может, хочется, чтобы что-нибудь хорошее. Да что ж, где ж ты? Так, пин врубим. Ну, блин, в яму провалился. В свою же. Нога так пошла в бездну. О, почему-то прошелся. Похоже. Что-то там, да, завалилось, похоже. Скуп. Давайте посмотрим, промоем. Слышал бряканье какое-то. Ага, монетка. Монетка, да, наверное, 3 копейки. Всего. На 81 год. Троячок 81 года. Глубоко сидел. Да, их херово их копать, конечно. Они так зарываются, да, глубоко. Ну ладно, берем, как говорится. Ну, буквально прошло пару метров, сейчас обнаружил, что у меня катуха, похоже, заканчивается. Я ее тут не заряжал после прошлого копа. 87 сигнальчик. Интересно, интересно. Высокий такой, 87. Ну, давайте удивимся с вами вместе. Обрадуемся, удивимся. Что-то интересное может быть. Но уже копаем до конца. Но подпискивает каким-то. Подпискивает какой-то железякой. Ну, по-любому это проверять надо. До истины нужно дойти. Истина где-то рядом. Как говорил Малдер. Так. Ну что? Из ямы выковырили, кинули грунт, сами видели как. 88. Посмотрим, что это будет. Посмотрим, посмотрим. Так. Вроде как достал. По звуку узнаем. Есть кольцо. Есть. В скорлупе. Ё-моё. Охренеть. Охренеть, красота-то какая. Ёлки-палки. Печаточка похожа. Ой, блин, Вот так, на камеру выключилась. Блин, да что ж такое-то, а? Так не вовремя соскочил. У меня лямка, сейчас повешу. Обратно. Ой, отлично. Отличный перстенек. Серебро. Вот так, тоненькое-тоненькое. Смотрите, как обросло. О, есть. Три. Отлично. Красота лютая. Лютая красота. Просто, друзья. Берем. Ну что, друзья, я заканчиваю. Не думайте, это не баба-яга.
из леса вышло, это я из моря вышел. Просто я так выгляжу, там у меня горка капюшон. Очень классно все держит, вообще шикарно. Ни капельки не замерз. Ну что, давайте посмотрим, подведем наши неутешительные итоги. Серега где-то выдержал около часу, за что ему большой респект. Но посмотрим, выживет, не выживет. Давайте к находкам. Ну что, находочки у нас сегодня убойные, на самом деле, для зимы. Большое количество монет. Два лата с коровой. 2 евро. 20 копеек, 45 или 6 год. Где-то еще была, это какая была? Нет, это у нас современная. 81-й. Вот, по-моему, была еще одна интересная. Сейчас. 57-й год. Десяточка. Ну что, полтинничек. Сантимы второй Латвии. Это мы обменяем в банке. По курсу 1,42. Ну, что тут еще было? О, латик попался. Я даже не... А, ну да. В темноте, наверное, я тут пару монет выдернул. Даже свет не включал. Вот это поворот. Советики, 5 копеек. Короче, яма очень интересная. Нам понравилось. Это что? Это 10 сантим. Ну, короче, в темноте особенно показывать нечего было. Поэтому... А, коп получился такой, какой есть. Ладно, все, друзья. Я с вами прощаюсь. Ненадолго. Встретимся на новом